Vishnupadaya Krishna Paristaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swami Iti Namane Namaste Sarasati Devi Gauravani Pracharane Nirvishesha Shunyavadi Paschacya Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Srimad Bhagavad Gita as it is, chapter 5, text number 4. Мы читаем Шримад Бхагавад Гиту, как она есть, глава 5, текст 4. Sankhya Yoga Pritak Bala. Sankhya Yoga Pritak Bala. Pravadanti na Pandita. Pravadanti na Pandita. Ekam apyastita samyak. Ekam apyastita samyak. Upayor vindate palam. Upayor vindate palam. Sankhya yoga pritak bala. Sankhya yoga pritak bala. Pravadanti na pandita. Pravadanti na pandita. Ekam apyastita samyak. Upayor vindate palam. Upayor vindate palam. Sankhya yoga pritak bala. Sankhya yoga pritak bala. Pravadanti na pandita. Pravadanti na pandita. Ekam apyastita samyak. Ekam apyastita samyak. Upayor vindate palam. Upayor vindate palam. Sankhya yoga pritak bala. Sankhya yoga pritak bala. Pravadanti na pandita. Pravadanti na pandita. Ekam apyastita samyak. Ekam apyastita samyak. Ubhayor vindate phalam. Ubhayor vindate phalam. Перевод. Только невежды могут говорить, что преданное служение, карма-йога, отлично от аналитического изучения материального мира, самки. Истинно мудрые утверждают, что тот, кто не сворачивая идет одним из этих путей, достигает целей обоих. Комментарий Шрилы Прабхупады. Цель аналитического изучения материального мира – обнаружить душу всего сущего. Душой материального мира является Вишну или сверхдуша. Занимаясь преданным служением Господу, человек одновременно служит и сверхдуше. Цель одного из упомянутых здесь методов – обнаружить корень дерева, а суть другого – поливать этот корень. Приверженец истинной философии Самкхи обнаруживает корень материального мира – Вишну, и, опираясь на это совершенное знание, начинает служить Господу. Поэтому в сущности между этими двумя путями нет разницы, так как целью и того, и другого является Вишна. Те, кому неизвестна конечная цель пути самки, карма-йоги, говорят, что они приводят к разным результатам. Но поистине образованный человек знает, что оба эти пути ведут к одной цели. Чакшурмилитамбина тасмай Шри Гураве Намаха. Шри Чайтанья Манобриштам Стапитам Йена Бутале Сваям Рупа Кадам Майям Дадати Свапарантикам. Бандехам Шри Гуро Шри Ята Падакамалам Шри Курун Вайшнаванща. Шри Рупан Саграджатам Сахагана Рагнатам Витам Сам Сачивам
Садвайтам Савадутам Парижана Сахитам Кришна Чайтанья Девам Шри Рада Кришна Падам Сахагана Надита Шри Вишаканитам Шча Хе Кришна Каруна Синду Дина Банду Джагадпате Гопиша Гопиша Канта Рада Канта Намастуте Тапта Каншина Горанге Радхе Вриндаванишвари Ришавану Суте Реви Пранамами Хари Прие Ванча Калпа Тарубьяща Крипа Синду Паевача Патита Нам Павани Вьо Вашна Вибьо Намо Намаха Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare So in this fifth chapter, in the beginning of this fifth chapter, Lord Krishna is replying to Arjuna's question regarding what is better, to renounce work or to perform work. И в начале пятой главы Кришна продолжает отвечать на вопрос Арджуны, что же лучше, отречься от деятельности или продолжать действовать. And Lord Krishna replies, it is better to work and renounce the fruit of the work. И Господь Кришна отвечает, что лучше работать, но отрекаться от результата деятельности. Yesterday we heard that one who works in devotion is always renounced. Вчера мы слышали, что работать с преданностью является отречением. Today we are hearing that there's no difference between work in devotion and Sankhya Yoga. Сегодня мы читаем о том, что нет разницы между работой или выполнением деятельности с преданностью и Санкхья-йогой. In the Bhagavad Gita, in the second chapter, Lord Krishna had already talked something about Sankhya-yoga. Во второй главе Бхагавад-гиты Кришна уже немного говорил о Санкхья-йоге. He was using Sankhya-yoga to make the distinction between the body and the soul. Он использовал этот термин Санкхья-йога, чтобы сделать различие, чтобы провести различие между телом и душой. So in the Western world, Sankhya-yoga is known as metaphysics. В западном мире термин Санкхья-йога известен как метафизика. The word Sankhya, the literal meaning of the word Sankhya means to count. Словарное значение слова Санкхья означает считать. The etymological meaning of the word Sankhya is to make a detailed study of the subject matter. Этимологическое значение слова Sankhya означает детальное изучение. So we find generally people have heard of Sankhya Yoga and they've heard of it from Kapila, but not the Kapila we know from the Srimad Bhagavatam, but an atheist Kapila. Сама наука Санкхья-йоги была поведана мудрецом Капилой, но не тем Капилой, которого мы знаем, а Капилой атеистом. Yeah, there are two schools of Sankhya. Есть две школы Санкхи. One school teaches that there is God, and the other school teaches that there is no God. Одна школа учит тому, что есть Бог, и другая школа учит тому, что Бога нет. In both schools, the teacher is known by the name Kapila, but they are different Kapilas. И в обеих школах учителем этой школы является Капила, но это разные Капилы. Just like we know Kapila from the Srimad Bhagavatam as the son of Devahuti. Мы знаем Капилу, который описан в Шримад Бхагаватам, который сын Девахути. So in the third canto, we get the teachings of Lord Kapila Dev, and he describes in great detail the teachings of Sankhya Yoga. Из Шримад Бхагаватам мы узнаем учение Господа Капилы, где он детально объясняет суть Санкхья Йоги. And he explains that the goal of Sankhya Yoga is devotional service to the Supreme Lord.
И он объясняет, что целью санкхья-йоги является преданное служение Верховному Господу. But this teaching of Kapila, this Lord Kapila from the Srimad Bhagavatam is not known by many people. Но вот этот Капила из Шримад Бхагаватам, он не очень известен среди людей. The Sankhya philosophy, which most people know, is taught by the atheist Kapila. Философия Санхи, которая более широко известна людям, это как раз философия Капилы-атеиста. He teaches that there's no soul, there's no God, that life simply comes from chemicals. Этот Капила-атеист учил тому, что Бога нет, души нет, и жизнь происходит из химических элементов. So here, in this case, Lord Krishna is not speaking about the atheist Kapila. И здесь, вот в этом стихе, Господь Кришна не говорит о Капиле, атеисте. When he speaks about Sankhya Yoga, he's indicating that the goal of Sankhya Yoga is to come to the Supreme, to recognize the existence of the Supreme and to engage in devotional service. Здесь он указывает на Санкхья-йогу, которая учит тому, что нужно признать существование Всевышнего и посвятить себя преданному служению Ему. So two different processes are being described. Здесь описаны два различных процесса. One process is the process of Sankhya-yoga. Один процесс — это процесс Санкхья-йоги. And the other process is the process of Karma-yoga. А другой процесс — это процесс Карма-йоги. Karma yoga is a direct process. Karma yoga — это прямой процесс. That we work and renounce the results of the work for the Supreme. Мы работаем, а результаты труда посвящаем Всевышнему. But in Sankhya yoga, this is an indirect process. Но Sankhya yoga — это не прямой процесс. They have to first of all search out the root of this existence of the material world. Потому что она подразумевает сначала найти корень всего сущего и материального мира. They have to study all the elements of the material nature. Она подразумевает изучить все элементы материальной природы. We were saying the word Sankhya means to count. Мы сказали, что слово Sankhya означает перечислять. So they count earth, then water, then fire, and then air, and then ether. То есть в данном случае мы перебираем один элемент за другим: вода, воздух, огонь, земля, эфир. They count all the different elements of the material nature. Она перечисляет различные элементы материальной природы. There are five working senses. Пять действующих чувств. Then five knowledge acquiring senses. Пять чувств, постигающих знания. Then the five elements we just mentioned: earth, water, fire, air, ether. Пять элементов, которые мы уже упомянули: земля, вода, огонь, воздух, эфир. Then there are the five sense objects. Пять объектов чувств. Meaning touch, smell, taste, like this. Подразумевается прикосновение, запах, вкус и так далее. And then there are the subtle elements. И также тонкие элементы. The mind, the intelligence, the false ego. Ум, разум, ложное эго. So, like this, 24 different elements of material nature. То есть вот в сумме 24 элемента материальной природы. So in Sankhya Yoga, they have to study all of these different elements. Итак, Sankhya Yoga изучает все эти различные элементы. And then they should come ultimately to the existence of the Supreme, the Soul. И затем она перечисляет их в чтобы в конечном выводе найти верховную личность Бога. So this is the process of Sankhya Yoga. When they come to understand the existence of the soul, then they should engage in the service of that supreme soul. В этом суть Sankhya Yoga. Когда человек в конце концов приходит к выводу о существовании души, он должен принять преданное служение. They have to realize not only the individual soul, but also the Paramatma, the super soul within everyone. Он должен также осознать не только существование индивидуальной души, но и сверхдуши, параматмы, пребывающей. There are two souls within every living entity. Пребывающей везде. А в живом существе присутствуют две души.
And in Sankhya Yoga you have to distinguish between the individual soul and the super soul. И Сангхи-йоге, ну, не, Сангхи-йога помогает провести различие между индивидуальной душой и сверхдушой. And then in this way, then you engage in service for the supreme soul. И затем человек должен начать преданное служение сверхдуше. So in this verse, Lord Krishna is saying, there's no difference between these two processes. Поэтому в этом стихе Господь Кришна говорит то же самое. Нет разницы между этими двумя процессами. Because ultimately the goal will be the same. Потому что в конечном итоге цель у них одна и та же. The goal is to come to realize the supreme absolute truth. Цель – осознать Верховную Личность Бога. But we should not think, oh, then it's all the same, whatever we do, whatever path we follow, it's all one. Но мы не должны думать, что, о, все едино, любой процесс, любой путь, который мы выберем, приведет к одному и тому же. There's a bogus, there's a false philosophy which exists, where people will say, that it does not matter what path you follow, everything comes to the same. Это ложная философия, когда люди говорят, неважно какой путь вы выберете, все приводит к одному и тому же. This is what they say in Bengali language. In Bengali language they say, yatamat tatapat. That many different ashrams, many different paths, and they all come to the same goal. На Бенгале они говорят ятамат татапат, то есть много ашрамов, много разных путей, все приводит к одному и тому же. But this is not the proper understanding. Но это неправильное понимание. We give the example just like if you purchase a ticket to go to Khabarovsk. Можно привести такой пример. Например, вы покупаете билет в Хабаровск. It does not mean you go to Moscow. Не значит, что вы уедете на этом поезде в Москву. Somebody purchases a ticket to go to Moscow, and somebody purchases a ticket to go to Khabarovsk. They will go different destinations. Один из вас покупает билет в Хабаровск, другой из вас покупает билет в Москву. И вы достигнете разных станций назначения. It is not all one. Не все едино. There's a difference. There's different paths, and you will get different results. Это разные пути, и вы получите разные результаты. Just like later on in the Bhagavad Gita, Lord Krishna explains that if you worship other gods, if you worship demigods, then you go to the planet of the demigods. Как позже в Бхагавад-гите Кришна будет объяснять смысл поклонения полубогам. Если вы поклоняетесь полубогам, вы и попадете на планеты полубогов. If you worship the forefathers, the ancestors, you go to the planet of the ancestors. Поклоняясь предкам, вы попадете на планеты предков. And if you worship Krishna, then you can go to him. Но поклоняясь Кришне, вы непременно придете к нему. Just like today we were performing Jagannath Rath Yatra. Как вот сегодня мы праздновали Джаганнатха Ратха-Ятру. We were introducing the people of Vladivostok to Lord Jagannath. Которая знакомила жителей Владивостока с Господом Джаганнатхом. Lord Jagannath is a very special form of the Lord. Господь Джаганнатха это очень особая форма Господа. Usually, if you want to see the Lord, you have to go to the temple. You have to go inside the temple to see the Lord. Обычно, если вы хотите увидеть Господа, вам нужно прийти в храм, войти в него и увидеть форму Господа. But Lord Jagannath is very merciful that on certain occasions he comes out of the temple. Но Господь Джаганнатха очень милостив, в определенных ситуациях он сам выходит из храма. And he's giving everyone the opportunity to have his darshan. И он всем дает возможность получить свой даршан. So this is a very special mood which the Lord Jagannath has. Итак, это очень особое настроение, которое есть у Господа Джаганнатха. The form of Lord Jagannath also indicates how much Lord Jagannath cares for his devotees. И сама форма Господа Джаганнатхи указывает на то, как Господь Джаганнатха беспокоится, заботится о своих преданных. We often hear about how the devotees care and sacrifice everything for the Lord. Мы часто слышим о том, как преданные заботятся и жертвуют всем для Господа. But in the form of Lord Jagannath, we see how much Lord Jagannath loves his devotees. Но в форме Господа Джаганнатха мы видим, как Господь Джаганнатх сам очень любит своих преданных. The form of Lord Jagannath indicates the great love which he has, especially for his devotees in Vrindavan.
А форма Господа Джаганатхи выглядит так, потому что он проявляет очень большую любовь к своим преданным, к своим преданным во Вриндаване. The Lord, the greatest of all the, his devotees are the devotees of Vrindavan. А величайшие из его преданных это жители Вриндавана. In the previous verse we were talking about renunciation. А в предыдущих стихах мы читали, обсуждали отречение. And we were describing different types of renunciation. И мы описывали разные виды отречения. We were speaking about the monkeys in the forest and their renunciation. Мы говорили об обезьянах в лесу, они тоже в каком-то смысле отречены. But they're not really very renounced. Но это не настоящее отречение. You know, they may not wear any clothes. Они, конечно, не носят никакой одежды. And they're living in the trees. Они живут на деревьях. And they eat only fruit. Они едят только фрукты. But they're not renounced. Но они не отречены. So that kind of renunciation is not actual renunciation. Такой вид отречения не является истинным. But who is the most renounced of all people? Но кто наиболее отреченный из всех людей? Чайтанья Махапрабху says the greatest of all devotees are the gopis of Vrindavan. Господь Чайтанья Махапрабху говорил, что величайшие из преданных являются гопи Вриндавана. They are the most renounced of all people. Они наиболее отреченные из всех людей. We may be surprised what some simple village women, they only take milk the cows. How could they be great renouncers? Можем удивиться, как простые деревенские девушки, которые доят коров, могут быть самыми отреченными. But they were the most renounced because of their dedication to the service of Lord Krishna. Они самые отреченные, потому что они полностью посвятили себя служению Кришне. That they sacrificed everything for the service of Krishna. Они пожертвовали всем абсолютно ради служения Кришне. That as soon as Krishna would call them, they would leave everything and go to him. Как только они слышали зов Кришны, они жертвовали всем и шли к Нему. They did not consider even their social position or their family situation. They simply thought Krishna is calling. Они не считались ни со своим социальным положением, не думали о своих семейных обязанностях, как только Кришна звал их. So, the gopis of Vrindavan, we said, they are recognized by all the Acharyas, all the authorities, as being the most renounced of all the devotees. Таким образом, гопи Вриндавана признаны всеми великими ачарьями как самые отреченные из всех. And Lord Jagannath was Lord Krishna himself. He assumes this form of Jagannath, hearing about the loving dealings which he has with the gopis. Господь Джаганатха, который сам Кришна, принял такую форму, слушая о любовных взаимоотношениях его самого и гопи. The story goes that Lord Krishna had gone to live in Dwarka. История повествует о том, что Господь Кришна уехал жить в Двараку. So sometimes his queens would hear Krishna in his sleep. He would utter names of people. Names of people who they did not know. Иногда царицы, жены Господа Кришны слышали, как во сне ночью он иногда повторял имена людей, которых они не знали. Krishna had gone to Dwarka and he had married many wives. Кришна уехал в Двараку и там женился на многих царевнах. So these wives had never seen Krishna's pastimes in Vrindavan. И эти царевны никогда не видели игры Кришны во Вриндаване. They did not know anything of the residents of Vrindavan. Они не знали ничего об обитателях Вриндавана. Krishna's own mother and father, Vasudev and Devaki, they also did not know anything about Vrindavan. Родные отец и мать Кришны, Васудева, Деваки, тоже ничего не знали о жителях Вриндавана. Они были в тюрьме, они были посажены в тюрьму Камса. So they had never seen anything of Krishna's pastimes in Vrindavan. Поэтому они никогда не видели ни одно из развлечений Кришны во Вриндаване. When Krishna killed Kamsa, then he released his parents from the prison house. That was in Mathura.
Когда Кришна убил Камсу и освободил своих родителей из темницы, это было в Матхуре. And then later on, Krishna moved everyone to Dwarka. А позже Кришна совсем уехал в Дварку. But when we were living in Dwarka, when Krishna would sleep in the night, he would often utter the names of different people from Vrindavan. И так вот, пока он жил в Двараке, иногда ночью он произносил имена каких-то людей из Вриндавана. So his wives were very surprised. They were wondering, who are these people? Who are these names? Who are these people who Krishna is calling their name in his sleep? They must be very special. They must be very dear to Krishna. И царевны эти были очень обеспокоены. Они думали, кто же это люди? Чьи имена он повторяет? Мы ничего о них не знаем, но надо полагать, что эти личности, эти люди очень дорогие, близки сердцу Кришны. So the only person who knew anything about Krishna's pastimes in Vrindavan was Balaram's mother, Rohini. И только один человек знал об играх Кришны во Вриндаване, это мать Баларамы Рохини. Rohini was also living in Dwarka. А Рохини также жила в то время в Двараке. So Rohini volunteered. She said, I know who these people are. I can tell you all about Krishna's pastimes in Vrindavan. И Рохини решила рассказать. Она сказала, я знаю, кто эти люди, я вам расскажу немножко об этом, об играх во Вриндаване. But she said, before I tell you, we must take care. Do not let Krishna hear. Но прежде чем я вам расскажу, нужно сделать так, чтобы Кришна об этом не услышал. If our Lord Krishna will hear about his pastimes in Vrindavan, it will break his heart. Если Кришна вдруг услышит эти рассказы о Вриндаване, его сердце будет разбито. It will be painful for him. Это будет очень болезненно для него. So I will tell you all about Krishna's pastimes in Vrindavan, but we must be careful that Krishna does not come and hear. Я расскажу вам все о развлечениях Кришны во Вриндаване, но мы должны быть очень осторожны, чтобы Кришна ничего не услышал. So all of Krishna's wives and Krishna's mother and father, they were very eager to know all about Vrindavan and Krishna's pastimes. Итак, все царевны, жены Кришны и также его родные мать и отец были очень сильно хотели узнать об этих играх Кришны во Вриндаване. So they said, "Don't worry, we will make sure nobody comes." И они тогда сказали, не беспокойся, мы позаботимся о том, чтобы никто не вошел. So they all gathered together, all of Krishna's wives, and Krishna's mother and father. И так все они собрались вместе, жены Кришны, отец, мать Кришны. And Mother Rohini began to speak and tell them all about Krishna's pastimes in Vrindavan. И матушка Рохини начала рассказывать игры Кришны во Вриндаване. And everyone was so absorbed in hearing about the wonderful pastimes of Krishna in Vrindavan. И все очень внимательно и погруженно слушали об играх Кришны там. The only problem was that they were all so absorbed in hearing that they did not notice that from the back door Krishna entered along with his brother and sister. И поскольку они погрузились в слушание этих игр, то они перестали замечать все вокруг и не пропустили момент, когда с задней двери зашел Кришна вместе со своим братом и сестрой. The three of them, Krishna, Balaram, Subhadra, were standing at the back. And they were thinking, what is going on? All of so many, everybody is here. Why we didn't know what is happening? Они втроем вошли, Кришна, Баларама, Субхадра, и увидели толпу, которые собрались, и подумали, о, а что здесь происходит? Кто-то о чем-то рассказывает, что-то слушает, мы ничего не знаем об этом. So they were listening to Rohini talk all about Krishna's pastimes in Vrindavan. И они стали слушать тоже, как мама Рохини рассказывает игры Кришны во Вриндаване. You can see some of the pictures of Vrindavan we have on the wall here. Видите, вот тут на стенах можно увидеть картины, как раз сцены из игр Кришны во Вриндаване. So everyone was listening. Становились больше. Not only did their eyes get bigger, but their arms and their legs shrunk into their body.
Но не только их глаза становились больше, руки и ноги от экстаза стали втягиваться в тело. This was the ecstasy they were feeling, hearing about the loving dealings of the devotees of Vrindavan. Так проявлялся экстаз, который они испытывали, слушая о любовных взаимоотношениях Кришны и преданных, его преданных во Вриндаване. So, this is a form which we worship the Lord in. This form of Jagannath, Balaram, Subhadra, this is a form where their eyes dilated and their arms and legs shrunk into their bodies. It shows the loving feelings which they have for the devotees in Vrindavan. И поэтому вот эти формы Джаганатхи, Баладева и Субхадры с широкими глазами, с руками, ногами, втянутыми в тело, мы поклоняемся им, и они показывают собой, какие сильные любовные чувства испытывает Господь по отношению к своим преданным. So, sometime after this, the residents of Dwarka, Lord Krishna and all of his wives, they all came to Kurukshetra. А некоторое время спустя Господь Кришна и все его царевны пришли на поле Курукшетра. And they came to Kurukshetra because there was going to be a solar eclipse. Они прибыли на поле Курукшетра, потому что в это время было солнечное затмение. So they had come to Kurukshetra to perform sacrifice at this time. Поэтому они пришли на поле Курукшетра, чтобы совершить ведическое жертвоприношение, ведический обряд во время затмения. And at the same time, all the gopis had come from Vrindavan along with Nanda Maharaj and Mother Yashoda. И в это же время из Вриндавана пришли все гопи во главе с Нандой Махараджем и Яшодой. So they were able to meet each other after a long time. The gopis and Krishna had not met each other for a long time. Так они смогли встретиться друг с другом, гопи и все гопи и Кришна, после долгого времени разлуки. But when the gopis saw Krishna in Kurukshetra, they were disappointed. Но когда гопи увидели Господа Кришну в Курукшетре, они были очень опечалены. They were saying, this Krishna at Kurukshetra is not the same Krishna we know from Vrindavan. Они сказали, Кришна, которого мы видим сейчас на Курукшетре, это совсем не тот Кришна, которого мы знали во Вриндаване. Then in Vrindavan he plays the flute and he wears a peacock feather in his hair. А во Вриндаване он играл на флейте и носил павлинье перо в волосах. And in Vrindavan, there is the Yamuna River and Govardhan Hill. Во Вриндаване была река Ямуна и холм Говардхан. And we have so many cows and peacocks and parrots in Vrindavan. Также во Вриндаване было много коров, много павлинов, много попугаев. But this place, Kurukshetra, it is noisy. There are so many chariots. There are so many elephants and soldiers. Но на этом поле Курукшетра одни только так шумно, так много колесниц, слонов, солдат. The gopis thought, we don't like Krishna here in this Kurukshetra. We want to take Krishna back to Vrindavan. И тогда гопи подумали, нам не нравится Кришна здесь, мы должны вернуть его обратно во Вриндаван. So in this way the gopis performed the first Rati Atra. И таким образом гопи совершили первую Радхаятру. Bringing Krishna back to Vrindavan. Попытка вернуть Кришну во Вриндаван. This is the spirit of Rati Atra. Вот такое в этом смысл и настроение Радхаятры. Just like in India, in Jagannath Puri every year they have Rati Atra. Как в Индии, в Джаганатхапури каждый год проходит Радхаятра. And Lord Jagannath comes out from his temple in Jagannath Puri, which is that temple is like the home, that is the home of the goddess of fortune. И каждый год на этом празднике Господь Джаганатха выходит из своего храма, который является олицетворением места обитания богини удачи, богини процветания. And Lord Jagannath, he wants to go home to visit his family in Vrindavan. И Господь Джаганатха хочет вернуться домой, чтобы посетить жителей Вриндавана. Посетить свою семью во Вриндаване. So the chariot festival
is performed, bringing Krishna to his home, to Vrindavan. И фестиваль колесниц как раз олицетворяет собой возвращение Господа Кришны домой во Вриндаван. So like this, we perform also the Ratiyatra in this mood. It's the mood bringing Krishna to Vrindavan, back to his home. Поэтому мы тоже должны совершать Ратхаятру в этом настроении, с желанием вернуть Господа Кришну домой во Вриндаван. Although it is said Krishna never goes out of Vrindavan. Хотя, конечно же, Господь Кришна никогда не покидает пределы Вриндавана. But still that we understand that Krishna, you know, in his Vishnu form, he has gone out of Vrindavan. He has gone to Dwarka. Но мы понимаем, что Господь Кришна в своей форме, и все же Господь Кришна в своей другой форме, в форме Вишну, он покидает Вриндаван и уезжает в Двар. And the Ratiyatra is to bring him back to Vrindavan. Ардхаятра должна вернуть его обратно во Вриндаван. It is said Krishna is perfect in Dwarka. Кришна совершенен в Двараке. But he is more perfect in Mathura. Но он еще более совершенен в Матхуре. But he is most perfect in Vrindavan. Но он самый совершенный во Вриндаване. So the Ratiyatra mood, the mood taught to us by Lord Chaitanya Mahaprabhu, is the mood of bringing Krishna back to Vrindavan. Поэтому настроение Ратхаятры, то настроение, которому учил нас Господь Чайтанья, это настроение возвращения Господа назад во Вриндаван. And in Vrindavan, then Krishna can enjoy the loving dealings with his greatest devotees. И во Вриндаване Кришна может наслаждаться самыми своими близкими отношениями со своими великими преданными. So our Ratiyatra is to give everyone a little taste of the Vrindavan atmosphere. Поэтому Ратхаятра должна дать каждому небольшой вкус атмосферы Вриндавана. The spiritual world. Духовного мира. The supreme abode. Верховная обитель. The place of transcendental bliss. Место трансцендентного блаженства. So we hope the people in Vladivostok got a little taste of the spiritual world from our Ratiyatra festival. Поэтому мы надеемся, что жители Владивостока получили небольшой вкус благодаря этому фестивалю Ратхаятры. Seeing people chanting the names of the Lord and dancing happily. They could see the devotees chanting and dancing happily. Они видели, как преданные воспевают имена и танцуют счастливо. They could see Lord Jagannath with his brother and sister on their chariot. Они могли видеть Господа Джаганатху со своим братом и сестрой на колеснице. And maybe they even tasted the prasadam of the Lord. Возможно, многие из них даже попробовали прасада, предложенного Господом. They can hear the holy name. Услышали святые имена. So in this way, they are able to get benefit. It is said, one who sees the Lord on his chariot is liberated. И таким образом обрели высшее благо, потому что говорится, что тот, кто увидел Господа на колеснице, он освобожден, он достигнет освобождения. So what does that mean? Что это значит? Does not mean that they will go immediately to the spiritual world. Значит ли это, что он тут же бац и вернется в духовный мир? Liberated means now they have a chance to begin devotional service. Освобождение значит, у этого человека появился шанс начать преданное служение. So if they go on from that point, that now they're qualified, they can begin devotional service. Если он задумается над этим, то тогда он получит шанс, квалификацию начать преданное служение. And if they continue to engage in devotional service, then they will go back to Godhead. Если он будет продолжать совершать преданное служение, тогда он непременно вернется назад к Богу. So this is the idea of Ratiyatra. В этом смысл Ратхаятры. To give everyone some pious activities to qualify them for more devotional service. Дать возможность людям благоприятную деятельность, чтобы квалифицировать их начать преданное служение. Hare Krishna. Hare Krishna. Any questions? Пожалуйста, вопросы. А как связано эту историю, которую сейчас рассказал Махарадж, с той историей, как появилось божество Джаганатхи внутри, то есть бревно, когда мы шли с Индрадьомой Махараджи, когда правил. How this story about Джаганатхи.
How does it relate? Apparently it's how the story connected with another story, how Maharaj and Yudhyumna did. Well, Maharaj and Yudhyumna wanted to worship the form of the Lord, but he did not know what was the Lord's form. Та история, это, it's continuing. No. Это не продолжение, но в той истории Махараджа Индра Дюмна хотел поклоняться Господу Джаганнатхе именно в форме Господа Джаганнатхе, но не знал, какова эта форма. So, when the forms were carved, then Maharaj Indra Dyumna could not wait to see the finished when he heard Vishwakarma carving the deities, but after some time he could no longer hear Vishwakarma carving, and he became impatient and he came into the room to see the form. Но он не мог дождаться уже, пока эти формы божеств вырежут. Он попросил Вишвакарму резать этих божеств, но потом через некоторое время ему показалось, что он перестал резать, и он уже не мог дожидаться и вошел в комнату. So when he saw the form, he lamented that, oh no, that the forms are not complete. И когда он увидел эти формы, он стал расстроенный, он стал сожалеть о том, что вошел, потому что он думал, что эти формы не закончены. So he was thinking he had made some offense. И он подумал, что он совершил оскорбление, войдя преждевременно. But then it was revealed to him that this was the form of the Lord in his ecstasy. Но ему открылось позже, что это форма Господа в экстазе. And it was described how Krishna, Balaram and Subhadra had assumed this form in Dwarka when they were hearing Mother Rohini speak the pastimes. И потом было описано дальше, как почему формы были именно такими, как раз потому, что в Двараке Кришна с Баларамой и Субхадрой услышал рассказ Матери Рахини о Вриндаване. So it relates to that. Relates to the Lord's pastimes in Dwarka. Вот так это связано с играми Господа в Двараке. Бадюма Махарадж уже жил раньше, да, чем Кришна. Бадюма Махарадж. Он before that Krishna comes to this planet. Махарадж Индра Дюмна пришел позже. Я не знаю об этом божестве. We worship Jagannath Baladev Subhadra. Мы поклоняемся Джагнатху Баладеве Субхадре. Prabhupada introduced that worship to us. Прабхупада ввел это поклонение для нас. There are many unusual traditions in Jagannath Puri. В Джагнатхапуре очень много необычных традиций. But Prabhupada just simply taught us to worship Lord Jagannath Baladev and Subhadra. Нашего Прабхупада просто учил нас поклоняться Господу Джаганнатхе, Баладеве и Субхадре. He told us to perform Ратхаятру. И учил нас проводить Ратхаятру. I never read anything in Prabhupada's books about any chakra deity. Я не встречал ничего в книгах Прабхупады о божестве чакры. For example, on the altar near the Jagannath is some robe. What is the chakra? You mean the Sudarshan chakra? Вы имеете в виду Сударшана чакру? Yeah. So that is the Lord Vishnu Sudarshan. Это просто Сударшана Господа Вишну. That is given. That was the what was the weapon that, which was given to Lord Krishna. Это оружие, которое всегда сопровождает Кришну. It's one of the symbols of Vishnu. Это одно из символов Вишну. Pundraka was claiming that he was Vasudev.
Паундрака однажды провозгласил себя Васудевой. And he sent a letter to Krishna in Dwarka saying, "You should give me back my Sudarshan Chakra." И он отправил письмо Кришне в Дварку, сказал, может быть, ты мне вернешь мою Sudarshan Chakra? I am Vasudev, not you. Я настоящий Васудева, а не ты. And so when he sent the letter to Dwarka, then everybody just laughed. И когда это письмо пришло в Двараку, все стали смеяться. And then Lord Krishna went into battle to meet Pundraka. Но Господь Кришна решил все-таки посражаться с Пундракой. And they saw Pundraka, he had put on two extra arms. И когда Пундрака пришел, он стал... Пундрака добавил себе две дополнительные руки. Try to make himself look like Vasudev. Чтобы попытаться выглядеть как Васудева. But everything looked so funny. Everybody, when people looked at it, they knew that everything he had done was not real, was not genuine. Но все это выглядело так смешно, что любой, кто мог это все увидеть, понимал, что это все неистинно. He was holding what was supposed to be a Sudarshan chakra. It wasn't a real chakra. He was holding a chakra. И он держал тоже чакру, которая не была настоящей Sudarshan. And he wore a yellow cloth, dhoti. И он надел желтое дхоти. And he put a necklace around his neck. It was a fake kastuba gem. И он надел себе на шею так называемый камень Каустубха. And he even stuck another hair on his chest. It's supposed to be Shrivatsa hair. И он даже что-то там себе прилепил, чтобы это выглядело как волоски Шриватсы. So when he appeared in front of Lord Krishna to fight, Lord Krishna just broke up laughing. He couldn't stop laughing. Когда вот все это появилось перед Господом Кришной, Кришна чуть от смеха не лопнул, не мог остановиться. So like that, he wanted. He said, "Give me back my Sudarshan chakra." Но Паундрака хотел, чтобы Кришна вернул ему его Sudarshan chakra. So Krishna threw it at him, but it cut his head off. Ну и Кришна, естественно, выполнил его просьбу. Он отпустил Sudarshan chakra, и та ему срезала голову. So like this, imposters, they are trying to always take Krishna's Sudarshan chakra. Поэтому Кришна всегда рядом с ним находится Sudarshan chakra. So the Sudarshan chakra is a weapon of Lord Vishnu. Это оружие Господа Вишну. So that's why we see this chakra on the altar beside Lord Jagannath. Поэтому рядом с Господом Джаганатхой на алтаре помещают Sudarshan chakra. And Lord Balaram, he will have his club or his plow. А у Господа Баларамы у него нарисованы на руках плуг и плау. Плуг. Haladara, Balaram is not Haladara, the carrier of the plow. Balarama называют Haladhara, носитель плуга. Tell us more details about Subhana. Who is this, which expansion? Йога Майя. Это экспансия Йога Майя. Krishna and Balaram's sister. Сестра Кришны и Баларамы. She was married to Arjuna. Она вышла замуж за Арджуну. Mother of Abhimanyu. Она мать Абхиманю. Другого Абхиманю. Any other question? Еще вопросы есть? Okay. Hare Krishna. Srimad Bhagavad Gita.